И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. Веска на связи, но мы продолжаем прохождение Shadow Tomb Raider, расхитительница гробниц. А? Извините, я когда дело доходит до паркура, я обычно концентрируюсь очень сильно. Чтобы потом мне не лазать по сотню раз подряд. Хотя, судя по всему, я зря беспокоился, тут вода внизу. Ну, мало ли. Столько кувшинок тут. О, стоп, что-то. Конечно, что-то упустил, ведь. Ладно. Главное, заметили. Скала. Крепкий камень такой. И все равно роется ножичком. Это ж какой крепкий нож оказался. Так, ладно. Эту метку пока я сниму. Нам нужно заняться скалолазанием. И заодно провести рекогностировку местности. А может быть чисто повелся сюда. Они здесь. Они не боятся жить рядом с Виндиго по соседству. Город силен своими жителями и полями. Отныне мы властвуем над водой и больше не зависим от непредсказуемых дождей. Я не в восторге. То есть вы хотите сказать, что гробная гробница испытаний? Это я все еще в гробнице испытаний, так ведь? Очень большая гробница испытаний, ну допустим. Но здесь по-любому будет Виндиго. Опять. Но. Ладно, сфоткаю вас, настаиваешь. Она и, видимо, захотела, чтобы я сфоткал с костерком. Это не возражает. Тем более у нас с вами 2 очка навыков есть. Есть пару мест, куда можно вставить это все дело. Ловушка Аспида. Полезный навык в каком-то смысле. Да и прокачивать сейчас больше практически нечего. Разве что часы змеи, концентрации.
Нет, давайте покупим. Покупим с вами. Так. Ну а тут по стандарту давайте-ка прокачивать все это дело. Потом определим, что получше будет. Уступает только в скорость перезарядки. А вот по скорострельности и по боезапасу он хорош. Ну да, вот так прокачаешь полностью. Начинаешь видеть разницу. Нет, это плохо. И кончилась прокачка, да? А, нет, то что-то еще есть. А, мы же купили этот костюм. А, кстати, я могу здесь поменять костюмчик? Фиг мне. Не костюм. Конечно, гробница находится где? Прямо вот в центре Кукулькана. Но раз здесь дают возможность стрелять, все, это трындец. Так, чисто давайте определимся, что... Я правильно понимаю? Нет, ну это реально гробница. Хотя я начинаю порой думать, что это не гробница, а что-то другое. О, золото или не... Да, золото. Гениально. Плыл за золотом, нашел тайник. А тут, скорее всего, я потом найду этот рюкзак исследователя в этой гробнице. Так, всматриваемся. Вроде никакой живности не наблюдаю. Опасный, по крайней мере. Дробашей. Исправный акведук Майя. Может, я смогу туда залезть? Хорошие фоточки. Пока не вижу никаких вроде опасностей. Давайте сначала спустимся, посмотрим, что здесь да как. Прежде чем что-либо делать. Толкание плота. Нажмите, чтобы толкнуть плот. Так. Ну ладно. Ну вот это уже получше что-то. Надо открыть ворота. Так, тут пока гал... Тут пока чисто загадки идут. Но мне все равно не нравится то, что здесь... Надо открыть ворота. Очень много замешано на Виндиго.
Я что-то упустила. Ну, главное, вода не сливается, уже нормально. Так. Давай. Надо открыть ворота. А, нет, ну, проверить надо было. А, тут мелко. Там была длинная, тут короткая. Стоп, минуточку. Только сейчас обратил внимание, какой тут уступчик был. Надо открыть ворота. А, это резервуар. Ну, пока Виндиго нет, это уже хорошо. А то реально бы замучаешься с этим Виндиго туда-сюда. Вот, открыли ворота. Надо открыть ворота. Спасибо, Лара, я в курсе. Надо открыть ворота. Ладно, все равно затапливать придется. Где вы? Ой, надо открыть ворота. Гребаный Виндиго! А ну идите сюда! Не нравится, да? Извините, ребят, слишком эмоционально, но что поделаешь. Ненавижу Виндиго. Это второе, что ненавижу после собак. Надо подняться наверх. Надо спать из животного мира. Хотя человек тоже из животного мира. Надо подняться наверх. Ну, мы теперь точно знаем, что эти твари здесь обитают. Стоит передвинуть плот в другое место. Да ну. Капитан очевидность.
наконец-то. Надо подняться наверх. Сейчас поднимемся. Что же я не понимаю, как они живут по соседству с этими болванами-дикарями? Вроде все. Вроде бы, да не вроде бы. Золото тоже добывать надо, Лара. Хорошему туда. Есть какие-то альтернативы? Нет альтернатив. Возьму это. О, спасибо. Отлично! Так. Сейчас полезут как мухи. Музыка играет, а значит будет еще. Надо повысить уровень воды. Может, лучше повысить уровень безопасности сразу, чтобы уж наверняка. То как-то не очень безопасно. Надо повысить уровень воды. Давай сначала все изучим, Лара. Повысить уровень воды всегда успеешь. А то эти места... Надо повысить уровень воды. Может, водяное колесо что-то подтянет? Угу. Оно подтянет. Но потом. Больше это не используешь. Так. Надеюсь, они не убьют. Отлично. Надо подняться наверх. И вот теперь туда прыгнуть надо будет. Стоит передвинуть плот в другое место. Нет, нормально все. А, нет, не хочет. Понял. Так. Стоит передвинуть плот в другое место. Да нет, все нормально с плотом.
Давай залезай. Стоит передвинуть плот в другое место. Да все нормально с плотом. Стоит передвинуть плот в другое место. В общем, тут на скорость. Они? Кто их видит? Я их не вижу. Я, да где вы там? Ой, зараза какая! Прямо в голову. Молодцы, респект, парни. Ладно, перестреляем их еще раз. То есть правильно сделал. Это хороший показатель. Ну, в том плане, что с точки зрения головоломки. Еще не все. Зараза. Иди сюда. Теперь я смогу забраться повыше. Отлично. Так, давай. Давай. А ларчик просто открывался. На всякий случай сохранить, чтобы потом нас лишний раз не возить с этими виндиго. Слушай, ну 161%. Но это большая честь покоиться здесь. Лапа ягуара увеличивает шанс сбить врагов с ног в рукопашную. Такая себе лапа, скажу честно. Надеюсь, на сей раз они на нас не нападут, когда я пойду обратным путем. Сколько у нас? 3 очка. Давайте смотреть. Выбор здесь у нас сейчас богатый. Ралиный глаз увеличит длительность эффекта озарения. Не надо. Три захваченные цели.
основе выносливости уменьшает урон от ближних и дальних атак. 2 очка наук всего требует. Это... Слушай, это хорошая вещь. Больше длительность эффекта при прицеливании. Чем длительность эффекта от растений концентрация. Ну, лечение надо прокачивать с одной стороны. Хотя концентрация может мне жизнь спасти. Давайте ее лучше. А это на всякий случай. О! Смотрите, как кто приоделся у нас. Вы знаете ли, как это приоделось? Заранее видите. Теперь нам надо вернуться обратно. Так. Давай залезай. Отлично. И никаких больше виндиго. Надеюсь. Так, только глотника. Так, где-то дверь. А, вот она. Них не видишь ведь. Так, глотника. Текстурку. Проверяй на всякий случай. Мы плавали по-разному. О, смотрите, какая красота-то. Могли себе второй раз такой уже видим? Ой, могу этих отсюда позбивать. Я тут видел, кстати, тех стражей-то. Так, а у Нурата у нас там. Прыгать, понятное дело, сюда нельзя. Равносильно собственной гибели будет. А это обходной путь. Тут же вроде были стражники. Они мост свернули. Ладно. Пойдем боком. Что-то
Я думал, они мост свернули. А сейчас я могу пройти? Тут, знаете, наверное, вот тот самый забавный баг, который у нас был с девчонкой. Помните, как с отцом года, который? Итак, мы вернулись. Они тут подгрузились. Но потом мне что-то начало глючить. Нестандартно. Со звуком что-то. Вот они, наши товарищи. Можно? Извини, сюда нельзя. И не прицелишься даже. А снизу не подстрелишь. Ладно, пойдем. Таким путем, где они будут видеть, как она лазает. По всем этим скалам. Он скажет, чернорабочие, ларат. Ты на кой черт не выпустила крюк? Ну хоть... О, это мумия? Мило. Да, по этой дороге-то нету. Ну, вроде не смотрят. А, видимо, они подумали, все, она мертва. Можно не звать охрану. Возьмем. Лишним никогда не будет. Всегда бери съестные припасы и несъестные тоже. Вот тут лазаем, они тут со всех сторон смотрят. Они задаются вопросом, что тут не так. Когда начнут жертвоприношения? Скоро. Скоро? Как насчет тех мятежников, кто еще не на свободе? Скоро с ними разберемся. Что насчет тех мятежников, кто еще на свободе? Скоро с ними разберемся. Думаешь, Рублюкан найдет себе владелец и щель до затмения? Конечно, найдет. И тогда настанет новый мир, и все ропщущие мятежники исчезнут. Какая длинная фраза. А
Слушай, что? Мне показалось, что я слышал что-то снаружи. Да хватит фантазировать. Райдер, хватит фантазировать. Здесь всего лишь... Говорю же, я что-то слышал. Забудь. Нам надо быть готовым к реальным угрозам. Я всегда готов. Тише. Когда я слышу этот звук, я всегда начинаю думать о Виндиго. Жумар. Урната в камере. Спасибо, а то не в курсах. Это старенькая. Это Кецалькоатль, крылатый змей. Ацтеки поклонялись ему как силе природы, считали его повелителем ветра и дождя. Когда он приходил в ярость, ветра и дожди становились предельно сильными и очищали землю и небеса. В связи с этим он также считался богом правосудия и милосердия. По одной из легенд, он напился и переспал с собственной сестрой, а чтобы искупить свой позор, поджег себя. Затем его прах поднялся в небо, и Кецалькоатль стал также богом света. В общем, хочешь стать богом? Спи с собственной сестрой. Хотя я не вижу причины, что он, из-за чего он так... Так. Только сейчас ее заметил. Хорошо, хоть сейчас заметил. Вы же куда запрятали? Это склеп, но это в обходном пути, потому что, чтобы сюда забраться, надо сначала обходной путь найти. Тут еще один склеп. А, в этой зоне мы зачистили все. Ну, слушайте, в принципе, неплохо. Я зачищаю все, все идет по пути. И вон там тоже что-то. Так, а это... саркофаг. Ладно. По-хорошему мне туда, а по-плохому нам в склеп. Ну, стоило бы это сказать. А чего подождет? Ну, Рад уже сама сказала, что ее не тронут. У него для этого есть все веские пиздатые причины. Вот, проверим, насколько она права и не права одновременно. Пусть реки загробного мира всегда будут спокойными, а челн у Туранки прочным и надежным. А чели? Зачем челку? Ну ладно. Главное, чтобы тут без винтика. Реально пропадает что-то, например, времени звук. Дно едва видно. Надеюсь, оно вообще есть. Лучше это не проверять, Лара.
только вон там зацепиться получится, разве что. Давай, держись. Судя по всему, это потом затопится. Мы сможем здесь добывать. Наверное, эта пещера появилась благодаря подземной реке. Ну вот именно, учитывая, что нам тут придется много чего добывать, я полагаю, что нам нужно будет здесь много чего топить. Мило. Главное, ничего не трожь. Хотел я сказать, да придется трогать. Ну ладно, хоть вода пока не хлынула. Жуть какая. Забавно. Из гробницы в гробницу бегаем каждый раз. Сегодня прям день каких-то гробниц. О, что это? А, это просто столб. Казалось, какая-то коробочка. Но нет. Никакая не коробка. Ну, правильно. Зачем тут какая-то коробка быть? Наверху что-то вырезано. Да? Вроде лицо. БДСМ-маски. Так. Ладно, идем посмотрим на первого БДСМщика. Ну, реально похоже здесь далеко. Давай, давай, давай. Упор. Ну, слушайте, реально похоже. По ту сторону что-то есть. Неправильно. Что именно неправильно? Мы затопили проход. Теперь вода идет по нашу душу, надо торопиться. Боевой жилет Чмака. Ну это очередной костюмчик. А вы не поверите. Она вылетела. Причем вылетела ровно в 15 минут. Ну, объясняю. У нас же первая часть, пока я там не перезагружал, 31 минут, плюс еще 15 минут сверху. Сейчас прямо тютельку. Игра говорит, давай-ка хватит.
Ладно, послушаемся ее. Надеюсь, что вам понравилось, ребят. Ставим лайки, пишем комментарии, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, всем большое спасибо, кто поддержит канал. Доброго всем вечера и увидимся на стримчиках и на геймплейчиках. Удачи!